когда-то так назывался. Вот, когда я с удивлением узнал, что, оказывается, группа-то существует еще, то есть как бы вот корни-то уходят еще там какие-то там нулевые в жизни. Вот. Андрей, вот москвин, который главный человек, да, здесь, вот сейчас там что-то делает-то там такое, подключается. Вот он. Давайте поаплодируем. Главный человек Андрей Москвин, да? Вот. Он, оказывается, с Юрой Новгородским вместе эту группу основал когда-то там тысячу лет назад. Вот, и они играли с Новгородским. Прекрасный совершенно дуэт. Я совершенно обалдел. И второе, что я обалдел, это то, что у них есть, кроме этих вот... Да, не хочется сказать слово прикольных каверов, вот этих нестандартных. Еще есть классный авторский материал. Очень-очень даже достойные песни, которые пишутся. Вот, поэтому было естественно после вот таких вот многочисленных пересечений и соприкосновений пригласить их наконец на Колледж Джем. У нас не сразу это получилось, у нас графики не совпадали, все как бы вот концерты там. Вот, но слава богу, все, вот сегодня все сложилось хорошо. Вот, снег удачно пошел, да. Да. Как это? Да, идет снег, у нас идет концерт, и к нам пришли по Малинам. Такая шутка. Вот. Кстати говоря, я не знаю, здесь только человека, который играет на басу, вот, Антон Галустин, да, правильно? Вот. Остальные-то будут Олега Светлова, мы знаем, он играл у нас на джемах с «Искателями приключений». И играл, и вон с Булкиным ты тоже подыгрывал, да, тоже был? Ну а Миша Данилов вообще, кто его не знает? Да, вот тот самый Вася, кто же его не знает. Он, если так посчитать, с каким количеством составов он играл на Колледж Джемах, может он вообще даже окажется чуть ли не самым у нас часто здесь встречавшимся музыкантом. Ну, одним из точно. Нет, ты хочешь сказать, что ты уже исчерпал лимит? Не-не-не, лимит я устанавливаю, поэтому даже и не думай. Вот ты не лимитчик, да, не лимита, это как бы совсем не про тебя. Так, вы готовы? Прекрасные, прекрасные манимейкерс. Тогда я просто дотрусь и уступаю вам сцену. Спасибо большое, Петр, за добрые слова. Спасибо. Вам, в первую очередь, с Виктором Задорожным, слова бесконечной благодарности за эту возможность выступить, во-первых, и за, вообще за этот фестиваль. Я бывал на Колледж Джемах несколько раз в качестве зрителя, ни разу не был разочарован именно тем, что я там увидел. И было очень много интересных исполнителей, музыкантов, групп из разных городов. Это было настолько для меня удивительно интересно, что я очень захотел тоже поучаствовать. И вот сегодня... И вот мы здесь, друзья. Спасибо. Так, звук там. Сейчас мы поиграем, сыграем вам несколько своих песен. Сейчас, буквально еще минуточку, мы доготовимся и начнем. Понятно, что? А? Ну, как маленько, да? А сейчас мы сыграем несколько своих песен. Одна называется, первая вещь называется «Traveling by Bus».
lost as the usual way. I can't realize waiting at a bus stop for hours. Take a sleep between red flowers. Every day, running away. Saturday night, everything's alright. Alright, alright, who did this out? Yes, we are moving along the lonesome town. Tomorrow you're gonna look for us. We are little band traveling by bus. Hey girl, you look so free. Come on, it's getting bus and go travel. Show that Saturday night, and then the morning making love and it's alright. Taking space between metal flowers, looking at the bus for the hours. Every day, running away. Saturday night, everything's alright. Alright, alright, who did the sound? Yes, we are moving along the lonesome town. Tomorrow you're gonna look for us. We a little band traveling by. Написано еще давно, нам году 99. Называется I'm Free. I'm free. It's like my faith that's starting over. I breathe and I feel the good. She will go down.
it's starting over, I breathe. And feels it going down my shoulder. And I get no money, now look at me, because I'm free. Now I am free. Yes, I am free. Спасибо большое. А сейчас мы, так сказать, отвлечемся от авторского творчества, мы еще к нему вернемся. Поиграем вам классику, только нашей интерпретации. Песню объявлять я не буду, вы ее прекрасно все знаете. Save our blood.
Спасибо большое. А можно водички, если есть? А следующая песня «Не понадобится одеть черные очки». Так гораздо лучше. Песню посвящаем всем женщинам, девушкам, барышням, прекрасно находящимся сегодня в зале. Надеюсь, вам тоже. Объявлять тоже не будем, и все прикасаются. Если бы у нас было полтора часа, мы могли бы идти килл.
демо. Продолжай. Сыграем одну песенку из нашего тоже авторского репертуара. Она называется «Bluesman Song». Вот. Когда-то давно, в 2002 году, мы ее записывали на пластинку даже. Вот о чем сказал Петр, как раз когда был, играли дуэтом с Юрой Белгородским, мы написали пластиночку, как раз эта песня была на этой пластиночке. Она называется «Bluesman Song».
Спасибо большое. А сейчас номер, который мы специально подготовили сегодня для Пулер Джема. И почти нигде его не играли. Почти. Мы только потренировались, чтобы сегодня... Чтобы не думали, что мы не умеем петь по-русски, мы еще и по-русски споем. Да, очень известные песни. В общем, сейчас такой цирковой немножко номер будет. Что получается, если взять аранжировку от одной песни и засунуть в нее другую? Причем обе очень известны. Забирают свои двери на тяжелый засов. Все рестораны и кафе, и только дивка-бюфе встают у входа. И запускают злых собак в универмаг и гостиный двор, чтоб слышал каждый хулиган, каждый жулик и вор, чтоб даже если он хитер, он чего доброго не спер добро народа. Официанты и Садко спокойно едут домой, и в их багажниках трясутся рюкзаки со жратвой. Они курят на дощак, а за спиной у них филфак, а может гидис. И у метро о чем-то спорят герои кабаков. Их давно пора разнять, да только нету дураков. Бойцы милиции молчат, и только барышни кричат: остановитесь. Ленинградское время, 0:00. Ленинградское время, 0:00. Ленинградское время. Словно крепость, словно цитадель, хотя и охраняю вход, как засекреченный завод, и даже строже. Стоят полковники в отставке, у стеклянных дверей, пора бы фото элементом заменить этих парней, чтоб было так, подходит враг, и электрический кулак ему дороже. Внутри уже давно, и скоро Джона или Криса, чтоб в общем все равно, возьмут тихонько за комод, посадят в тачку и свезут домой к Марине. Ей тоже хочется иметь последний моды шелка. Выходит, нужно все успеть, покуда грудь высока. И значит принцип этих дам все ходи в гости будут нам. Ленинградское время, 0:00. Ленинградское время, 0:00.
издалека, который салим смолит. Спокойно выпить мог пивка, чему привык паразит. Мы открываем ночью бары и меняем там товары на товары. Ленинградская ночь застыла в фазе луны. Из вечерний свет едет гордость нашей страны. И ведет домой метро, сотрясая нутро тротуара. Ленинградское время на часов по минут. Ленинградское время на часов по минут. Сменим тему. Окажемся с вами где-то на Миссисипи, плывем на пароходе, а вокруг как играет Диксиленд. Красота. Песня называется «Сан-Франциско Бэй Блюз». Серьез, прям. Очень атмосферная песня.
Eurythmics, она называется Here Comes the Rain Again. Так она тоже называется. Так мы ее между собой на репетициях называем. Thank you.
Спасибо. Сколько у нас времени еще? 10 минут, ну тогда точно. А мы еще успеем пару песен сыграть для вас? Сейчас мы проверим вас на прочность, друзья. Осталась последняя, и мы заканчиваем. Прощаемся, спасибо большое за поддержку, было очень приятно. Песня называется «Summer Days», это наша песня, обычно мы всегда завершали выступление. Me.
Спасибо большое, друзья. Нам пора прощаться. Не расходитесь, будет еще много интересного. До свидания. We just the sun, but some of day. Just the sun, but some of day. Мы сейчас должны с нас вступать в синий фидул, и, пожалуйста, не расходитесь. Это очень... Спасибо. Все, мы прощаемся. Пока.
Спасибо.